у себя посиди пока. Ну иди, чего стоишь? Дай пройти, мужики. Чук. Камини, Генка! Михалыч! Смотрите, кто вернулся! Давай помогу! Да мужики, посторонись, мужики! А ты такой красавец! Прямо пират! Ну? Ты что вернулся-то, а? Чё? За золотом! Сам сказал пират! Поздно хватился! Да нет здесь больше золота! Прииск закрывает! Народ, видишь, сваливает! Давай! Тихо. Удачи тебе! На прииск! Да! Погнали! Долго щупаешь, Муслим? Сколько здесь? 350. Сам намыл? Или украл? Или здесь медь? Сейчас многие золото самовары медные подмешивают. Рискуют люди. Нет здесь самовара, Муслим. Золото. Я тебе верю, ноздря. Но половину денег сейчас отдам, а половину потом, когда проверю. Так дела не делаются. Не надо, ноздря. Кто ты такой, чтобы меня учить? Старатель и вор? Иди сюда. Отпусти девку. Она Богом обижена. Половину сейчас, половину потом. А у нас тут автобусы уже год не ходят. Некого возить.
Кукла! А что не мякает-то? Отдай. Дочке везешь? Невесте! А у нас сегодня тоже свадьба. Мы как раз туда едем. А кто женится-то? Если из местных, так может, знаю. Катька Коробицына замуж выходит. Жених у нее питерский, в конторе геологом. Ты чего? Морячок, ты куда? Подаю. Морячок! Сергей хороший геолог. Ценную породу, самую красивую девушку на прииске он быстро отыскал. Жалко, такому парню развернуться у нас негде. Одно пыль. Золота нет? Ну это мы посмотрим еще. А тут смотреть нечего. Горько! Горько! Ну что ты? Горько! Ну, горько! Сдурились. Горько! Горько! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, здоровы. Считай. Доверяешь? Конечно. Еще ноздря. Если в песке хоть грамм обнаружат стружки медные, ты понял, да? Лучше сейчас скажи. Да там все нормально, Муслим. Россыпи золотые. Нынче 100 килограмм не дадим. Это пшик. Пшик. Все нищими будут. Они вот последние харчи доедают. Давай скорее. И ты, кстати, с ними особо-то близко не очень. Мы одно, они другое. Мелкий народ. Я с ними работаю. Ты со мной работаешь. А ими должен руководить. И ты, главное, на мозги-то им не капай. Ну, нету тут руды. И жилы золотой нету, и не было никогда. Ой, счастливая. Теперь в Петербург переедешь. Нет, Сергей не хочет. А ты? А я? Я его жена. Да на нашем приезде больше и выйти-то некуда, как замуж. У бабушки на крыше сеновала, ой, где курочка-молотка проживала. Жила она, не ведая греха, ой, греха, пока не повстречала петуха. Жила она, не ведая греха, ой, греха, пока не повстречала петуха. Уедем в нашу курочку-молотку. Наш ведь изменил свою походку. Покорочку, покой да топал, и вишней голову крылышко метало. И вишней покорочку, покой да топал, и нежней голову крылышко метало. Ой, курка, курка, на курку, на реку. Пойдет со мной красавица за реку. А за рекой там довольно тихо, ой, да тихо, растет тобой роза и гречиха. А за рекой там довольно тихо.
мужики? На Бодайбо надо ехать. На Бодайбо. Там, ребята говорят, зарплата в 2 раза выше нашей. Тебе легко. Чемодан забрал и вперед. У меня детей 5 ртов. И что? И все жрать хотят, да? Да. А приз закроют. Чем ты их кормить-то будешь? А? Калина Малина, что ли? Чудо ты, ё-моё. А за рекой он ей поставил и ножку. Ой, да ножку испортил бедной курочки. Романом золотую жилу еще догорит. Если найдет, то нам еще здесь лет полста жить. И с Бодайбо к нам поеду. Тем петухам и не ходить с ними вы за реку. Ой, за реку, иначе пропоете кукареку. И не ходите с ними вы за реку. Ой, за реку, иначе пропоете кукареку. Горько! 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 Не вой! Промой здесь еще раз, чтоб все чисто было. Бояться живых надо, а не мертвых. А в этих говна было в каждом с этот таз. Все, ухожу я. А вы что, уходите уже? Да. Вы молодые, вам бы веселиться. Фу ты, черт, напугал. Ты куда это, дворянин на ночь глядя, да еще с топором? Дровишек нарубить. Боюсь замерзнуть. Приехал с Горелого, а дома дров нет. Ну и как там на Горелом? Ничего, ничего, ничего. Золотишко на маме. В пятницу обратно. Ну, бывай тогда. Ну, давай, давай. Да тихо, ты подожди, вот подожди, ты сейчас рухнет. Ну что ж такое, как же так? Миленький, ну вставай, вставай, мой хороший, устал человек, а не смотрится. Найти красавицу, это полдела будет. А вот удержать ее, защитить, вот это посложнее будет. Поэтому от меня лично вот этот маленький, ой, но очень острый подарок. Магомед. Радюша. Ай, Магомед. Да-да-да. Ай, ай, Магомед, спасибо. Ты нет, ты же плохая. Ножи давить, а. Мам, да перестань, ты что? Как свадьба? Весело было? Перепились все. Катюшка красивая была? Красивая, красивая. Ты ложись, спи. Вот и наш Валерочка мог бы тоже сейчас жениться, да? Порадовал бы мамочку свою, сыночек мой. Вот бы порадовал маму. Оля, ой, дорогой. Оля, не начинай, не надо. Кто же тебя убил, сыночек? Скажи маме. Кать, пойду я. Ты чего встал что-то? Тонь, да ты куда? Посиди еще. Да я когда с вами остаюсь, так драка непременно. Ну, пока. Счастья вам. Да не надо. Ой. Я провожу. Да с тобой
тебя я вообще до дома не дойду, кавалер. Уходишь? У меня на спине, что ли, что-то написано? Чего они ко мне липнут-то все? Радоваться надо. Чему радоваться-то? Нормальных нет. Вон приехал один, так его Катька присвоила. А дворянин? Коля, да он пока на чай напросится, я вообще на пенсию выйду. Еще! Хорошо, что ты не Майя. Лишнего не брякнешь. Ай. Потеряться мне надо. На пару недель, понимаешь? Генка! Томилин, ты что ли? Дядь Коль! Ой! Вернулся! Дядь Коль! А, черт! Какой я тебе дядь Коля! На голову выше меня! А вы чего не гуляете? А? Не позвали на праздник, а? Не позвали, так я ж Генка в зашиве. А-а-а. И я подарок заранее отдал, так чтоб не искушать себя. Ох ты, бутылка хитрая, с кабаном. Чей это? Джин. Джин. Водка можжевеловая. Ой, хорош. О, сосной пахнет. Мать-то рада? Да я не знаю, я не был еще. Да ты че, Генка? Ну-ка иди домой. Давай, давай. Мать столько лет не видела. Давай. Давай, Генка, домой. Ай, боже ты мой. Замуж. Ну ладно, давай к столу, потом повертишься. Ну давайте. С возвращением, сынок. Может, хватит уже, Ген? Ладно, Верка, пусть выпьет. Быстрее поймет, что без толку. Это все одно, что костер бензином тушить. Водка только слабому помогает. А ты у нас, Генка-то, не такой. Ген, ну получилось так, ну так что ж. А ты что не ешь-то? Ген, мясо, котлеты. А? Да ты его больно мясом-то не корми. Вот мясо мужик дичает. Вот женится, молодая жена будет его мясом кормить. А женится наш Генко скоро. Такие жеребцы подолгу без хомута не ходят. Ген, ты куда? Я скоро, мам. Ой. Шляпу дай! Шляпу дай!
Здорово, ты чей? Костя Щербак. У, здорово какой Щербак. Слышь, брат, Щербак, ты мне жениха сюда позови. Только тихо, чтобы не слышал никто, хорошо? Скажи, мол, друг старый за сараями ждет. Справишься? Ну, пошел тогда. Проспишься, утром поговорим. Не зуди. Так. Много нарубил, поделиться хочешь? Там, это, как его, Генка Томилин вернулся. Возле дома Карабицына. Трёт, бухой. Этого еще не хватало. Вон там, в сарае. Моряк, ты меня искал. Слышь, геолог, а у вас в Питере своих невест, что ли, вообще не осталось, а? Слышь, он вышел! Иди, иди. О, Тонечка. Что там, Коль? А? Свадьба. И Генка Томилин вернулся только что. Генка вернулся? Ага. А я удивилась, я здесь, там все равно дерутся. Ну да, ну да. Но не покалечили хоть никого? Не-не-не, обошлось. Ну. Что, не проводишь? А? Ну, я теперь боюсь одна. Сейчас, Антонин. Ну, хорошо. Что, здорово? Кать, что ж ты мне ничего про этого Турмилина не сказала? Томилина. Без разницы. Ну вот, теперь синяк будет. Ну ладно. Нормально. Какая свадьба без мордобоя? Ну, что ты, что ты, что ты? Прости меня. Это 1000 лет назад было, еще в школе. Ты это в кастрюлю сбрасывай. Не связывайся с ним. Подожди. Глаза закрой. Стой. Стой. Тебе в коллекцию. Спасибо.
Спасибо, что проводил. Коль, что дурное-то такое? Неделю назад уезжал, все нормально было. Вернулся из Горелого. Как будто и незнакомый вовсе. Опять все сначала. Что ж ты такой неприкаянный? Голодный вон, не обстиранный. Дворянина рубашка грязная. Ой, господи. Заходи, ухажер. А я тебя не сразу, братишка, приметил. Ой, заматерел, загорел. Курить есть? Ну, держи. Ну, как там за морями-то? Где был? В Рио был, на Мадагаскаре был. В Роттердаме был, везде был. Твои-то как дела, братишка? Хреново. Катька-то твоя чего учудила? Знаю. Был на свадьбе. Поздравил? Правильно. Это по-нашему, по-отцовски. Мы с тобой хоть и сводные братья, а... Папкина дикая кровь сильнее! Ну что, с корабля на нары? Минуя канары! Ай, братишка! Значит, ножа у Романова не было. Может, был. Я его не щупал. Да. Благородные все. Прям дворянское гнездо. Ничего не знают, ничего не видели. Карабицына не стали заявление писать. Можешь спасибо сказать. Спасибо. Да не мне. Идти могу? Можешь. Если тебя на 15 суток не задержу за хулиганку. Мне, Ген, очень не хочется, чтобы вы здесь с Романовым болтами мерились и выясняли, кто из вас круче. А потому выбор у тебя такой. Либо в камеру, либо на Горелый в артель. Поработаешь месяц, успокоишься. Свежий воздух хорошо, дурь выветривает. Ну вот и ладушки. Завтра с дворянином поедешь, он как раз собирается. Свободен. А с братишкой моим что? А что, братишка? Штраф уплатил, я его отпустил. Держи. Спасибо. Юр, а магазин-то у нас будет работать? А ну, брысь отсюда! А я что, не трогал? Пришла? Будет, будет. Привет. Привет. В район? Угадал. Ты братуху своего видел? Ага, подбрось. Садись. Гена? Ты что здесь делаешь? Здравствуй, Катя. Здравствуй. Зашел спасибо сказать, что заявление подавать не стали. Пожалуйста. Ты тоже извини.
Тебе вез. Возьми. Спасибо за подарок, Гена. Я замужем. Любишь его? Это мое дело. И мое тоже. А как же все открытки, письма, люблю, целую, жду? Что случилось, Катя? Ты мне год не писал, я уже не знала, что думать. Катя, я в открытом море год был, оттуда не напишешь. Только не было ни дня, слышишь, ни минуты, чтобы я не думал о тебе. Закрою глаза, а передо мной ты. Катя. Брось. Что ты делаешь? Поговори со мной, я этого 3 года ждал. Выйди отсюда, здесь нельзя посторонний. Кто посторонний, я? Ты же помнишь меня, Катя. Ты же помнишь, как у нас все было. Все, все кончено. Отстань от меня, уйди! Уйди! Алло, алло, Кать! Алло! Катя, это Вера Томилина. Кать, ты слышишь? Алло! Все кончено будет, когда я скажу. Да. Кать, я насчет вчерашнего. Прости ты нас. Да, Вера. Генка Веденова, он с дуру, остынет, одумается. Катя, деточка, ну не ломай ты дураку жизнь. Все в порядке. Не ломай, Кать. Мало тебе ноздрю порвали? Хочешь, чтобы башку отрезали? Ты куда полез, дебил? Честно скажи. Муслиму пытался самовар впарить. 10% меди, остальное золото. 10. Дурак. Обидно не то, что жадность тебя губит, а то, что жадность твоя копеечная. А братья не успокоятся, пока не узнают, кто Муслима грохнул. Мог бы через меня слить. Так нет, на лишнюю копейку базарился. Решил сам. Мне уйти? Сиди уж. Сдать бы тебя, дурака. Даже рота души не позволяет. Поговорю я с абреками. Не тронут они тебя. Заплачу. Выкуп. А ты отработаешь. Как? Как? Сегодня тебя отвезут в тихое место, к волкам. Там уже есть пара человек. Они пока ни хрена не делают, спят на нарах. Ты их разбудишь, познакомишься. Дальше действовать по моей команде. Связь налажу, сообщу, когда и где брать. Крупное золото не бомбить. Килограмм, 2-3 предел. Дальше не наш масштаб. И без мокрухи. Усек? Усек. Не был здесь раньше. Это и есть горелый. Зачем канистру-то с собой тащить? Сопрут. Тогда и мотор снять надо. Ай, с ним возиться. Слава богу, комары. Все руки красные, пожрать. Короче, да, только через неделю Машка будет. О, борщичок. А это кто? А ты можешь у меня у самого спросить. Я к тебе обращался. Тихо, тихо, Сапрон.
Гена Томилин. Приехал со мной работать. Ты ему объясни, Гене Томилину, что и как здесь. Нарвется по незнанке. Надо оно ему. Он здесь что, за рулевого? Кулак большой ума не надо. Не связывайся. Любань, суп-то давай! Сейчас, дворянин. Несу. Мусечка, на, кушай. На, кушай. Федор, кефирку запогань. Просить что-то хочешь? Или я тебе понравился? В народе говорят, или ты помер, или на большой земле потерялся. А ты здесь, у Николая Терентьевича, на побегушках. Как и ты. Нет? Но я-то по дури. И я не по уму. На большую землю ехать денег надо. А мне в поселок носа не высунуть. Мигом сгребут. Терентьич, гниль мужик, да денег обещал. Много ему должен? 10 килограмм. Ух, век не отбатрачишь. Ничего, я потихоньку. Тащила. Так ее собрал на этом пне. Сигир башка сделал. Она сама виновата. Здорово. Каждый день по столам лазала. Здорово. Здорово. Назад когда пойдем? Это в районе решает. Завтра свяжусь. Я что-то понять никак не могу. У нас что, морячок на особом положении? Другие все сами за пайкой ходят. Пайки не вид, сапрон. Только у свиней бывают. А у нас порции. Совсем ты, пацан, нюх потерял. Убью, падла! Хватит, Гена, хватит. Пойдем. Он все понял. И все поняли. Че встали, помогите. Ни хрена не слышу. Алло! Ни хрена не слышу! Ни хрена! 12 намыли! Всего 12! Вертолет присылай! Какой вертолет, Густав? Их давно отозвали. Ну, очками! У вас на участке лодка есть, вот на ней езжайте. Много сразу не тащите, партиями по 2 килограмма. Когда?
Что у вас? Рация хреново! Алло! Завтра домой едем. Вертолет будет? Сейчас. Лодкой золото повезем. Коршиков велел у дворянину лодку подрезать, чтобы они на плоту шли. Все светиться не будем. Так что, Латюк, ночью вдвоем пойдем. Я чудо момент проспал. Когда тебя паханом назначили? А ты спи меньше. Федор! Ну, воды принеси. Латюк, я с тобой ссориться не хочу. Завтра золото возьмем. Ты со своей долей сразу на материк рванешь, а мне еще пахать и пахать. Так что давай один раз хорошо сработаем. И не будем друг другу яйца ломать. Давай, давай, Латюк, греби. Еще метров 100, а потом по газам. Моторку сперли. Ну и что делать будем? На плоту пойдем.